Добрый день, в эфире ток-шоу «Давайте обсудим» и с вами его ведущая Аиша Киреева. Уважаемые телезрители, вы можете принять участие в нашем разговоре. Телефон прямого эфира указан на ваших телеэкранах. Всего лишь несколько недель разделяет нас от долгожданного и всеми любимого праздника. Сегодня мы обсудим, как встречать Новый год. Для начала я хочу представить гостей в нашей студии. Ирменова Гульжамал – это директор ресторана «Керемет». Абдикаримова Аягос, стилист-парикмахер салона «Флёр де Лис». Жумагулова Зарина, консультант с магазина одежды «Ивона». Важенова Наталья, астролог. И Булдакова Маргарита, ведущая женских практик и инструктор по йоге. Я думаю, все люди с нетерпением ждут Нового года, особенно дети. Каждый ждет от Деда Мороза долгожданного подарка. Но взрослые в глубине души тоже под бой курантов загадывают желания и ждут исполнения всех своих заветных желаний. Человек устроен таким образом, что на Новый год он ставит себе определенные цели, установки. И он считает, что Новый год – это начало, это отчет нового времени и новой жизни. Давайте перейдем к вопросам. Скажите, пожалуйста, какие прически будет модно делать на этот Новый год? Здравствуйте. Я представляю Академию красоты «Флёр де Лис». Мы представляем в этом году, в 2015 году, год козы. В этом году цвета, модные цвета, зеленые, красные, желтые, бордовые. К этому мы подходим. У нас в прическе модно красивые кудри и также косички можно. Плетение кос, плетение, да, косы. На этот мы подбираем макияж. Можно макияж сделать глаза. Если глаза поярче, можно покрасить. Тогда губы как бы посветлее. Можно глаза, тени можно как бы макияж подобрать, можно тени зеленого цвета, как бы темно-синего цвета. Ногти, как бы ногти подбираем, можно подбирать. У нас каждый раз мы подбираем как бы классический, да, стиль. Френч идет у нас. Можно подобрать к аксессуару цвет платья, можно однотонный цвет, можно покрасить. Все. Хорошо, замечательно. Скажите, пожалуйста, вот наши телезрительницы, многие записываются в салон за неделю, кто-то за месяц. Когда оптимальное самое время, чтобы попасть к выбранному мастеру? У нас как бы в Академии начался уже запись. У нас наши клиенты начали записываться, у нас идет запись по телефону 30-10-10. Ближе к Новому году уже у нас уже полная запись, и также дальше идет записи. Ну, телезрителям лучше заранее, за месяц, за несколько недель, какое время? Нет, клиент мы, конечно, рекомендуем за месяц, за полтора месяца пораньше записываться. У вас сколько мастеров работает по прическе, по макияжу, по маникюру? У нас работает стилист, 7 мастеров в Академии. Макияж у нас визажистка, 2 визажистки работает. В ногтевом сервисе у нас работает 4 мастера. Сейчас у нас есть звоночек. Вопрос адресован именно вам. Алло, здравствуйте, говорите. Алло. Да, задавайте ваш вопрос. Алло. Задавайте ваш вопрос. У меня это вопрос к представителю салона. Скажите, пожалуйста, у нас в городе есть мастера, которые из собственных волос изготавливают парики. Спасибо. Можно? Из собственных волос изготавливают ли у нас парики? Парики. Здравствуйте. У нас как бы пока в Уральске нету. Такого, да, нету. Такого нету. Я слышала то, что из собственных волос можно сделать на капсулах для наращивания, да, волос. Да, для наращивания можно. Нарастить, но волосы. Но парики, да, пока парики у нас нет, такого у нас нет, такого нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а расценки какие у вас?
У нас стрижки начинаются от 1200. Прически? Прически у нас 2,5. 500,5 выше. Ну, в принципе, от густоты, от длины зависит. До 5, до 6 прически. Это на длинные волосы. Да, на длинные волосы. Ну, наши гости, какие вы прически хотите делать на этот Новый год? Какие у вас планы? Ну, скорее всего, будут приоритеты, наверное, кудри, так как год козы. Женственный, год козы, да. Более женственный, мило. Ну, так, соответственно, под наряд в таком плане, наверное. Наталья у нас, наверное, косоплетение выберет. Нет, я думаю, я делаю кудряшки. Символом год козы будет именно кудри. Актуальные. Да, действительно. Хорошо. А какие у нас цвета будут актуальны на Новый год? Ну, вы знаете, скорее будут актуальны синие, голубые, фиолетовые оттенки, цвет морской волны. Также, ну, соответственно, все в этом плане. Смотря какой наряд, макияж. Хорошо, вот по поводу наряда, какой фасон платьев стоит выбирать модницам? Сейчас в этом году будут актуальны длинные платья, платья с какими-то красивыми необычными вставками. Также сейчас моде пайетки. Ну, все, что на ваш вкус и выбор. Самое главное, чтобы все было сдержано и натурально. А так приоритет таких особых. Ну, платье в пол смотрится очень женственно. Да. И думаю, на Новый год это особый повод, чтобы одеть такое красивое платье. Ну, да. По поводу аксессуаров, сумочек, обуви, что вы можете посоветовать? Ну, посоветую из сумочек, соответственно, под платье. Стандартно можно подобрать что-то, клатч, небольшую сумочку. Обуви тоже, соответственно, выбор. А украшения лучше подобрать из дерева, из натурального дерева. Потому что год деревянной козы. Козы, да? Ну да, интересно. В таком плане, да. Все, в принципе, да, логично. По поводу верхней одежды. Ну, конечно, каждая зима, она приносит новую моду. Ну, да. Что модно носить в этом году? Ну, из шуб, наверное, скорее всего, каракуль, мутон. А там уже на ваш выбор, соответственно, на погоду. В таком плане. Сейчас интересно, когда комбинируют разные меха, и это и тепло, и очень красиво. Наши гости какие платья выбрали или еще не думали над этим вопросом? Маргарита, вы думали об этом? Ну, наверное, платье в пол. Скорее всего, да. Потому что мало поводов одеть такие платья нарядные. В повседневной жизни они не очень, так скажем, удобные. Не всегда удобные. Да. Наталья, вы? Я еще прикуплю, успею. Я уже определилась, у меня тоже будет платье в пол, потому что это редкая возможность выйти в красивом длинном платье. Хорошо, у нас сегодня в гостях директор ресторана «Керемет». Расскажите, пожалуйста, как ваш ресторан готовится к Новому году? Здравствуйте. Да, наш ресторан «Керемет». Ну, любой ресторан, вообще подготовку к Новому году начинают это как бы заранее, да. Практически с летних месяцев мы уже начинаем планировать новогоднюю программу, новогодние мероприятия, меню, это все. Подготовка к Новому году – это вообще важная составляющая праздничного маркетинга всех ресторанов. Поэтому в первую очередь это, конечно, развлекательная программа, выбор ведущего. От ведущего зависит, естественно, вся новогодняя настроение. Да. В первую очередь. В этом году мы выбрали Александра Петренко. Это очень известный шоумен в городе и в Казахстане, даже за ее пределами. В России он часто работает. Нам очень нравится, как он работает, креативный ведущий. Поэтому ваш выбор остановился на нем. Мы на нем остановились, и летом практически с ним был договор заключен. Хорошо. А сколько стоит провести корпоратив с человеком и на Новый год? Какие будут расценки? Ну, корпоративы – это обычно 10-12 тысяч. От 10 до 12 тысяч мы – это наша стабильная как бы цена на Новый год. И я думаю, что всех это устраивает. Ну, новогодняя ночь – предел 15 тысяч будет, я думаю. Скажите, а вот корпоративные заказы у вас заблаговременно тоже происходят или у вас еще и остались места? Ну, корпоративные, обычно у нас уже есть постоянные клиенты, которые тоже летом уже забивают заранее хорошие дни. Это субботние дни, когда люди после работы отдыхают.
Ну, а кто, конечно, заранее не запланировал, те уже выбирают понедельник, вторник, остальные дни. Практически все дни уже заняты. Единственное, новогодняя ночь свободна. Еще мы есть. Мы приглашаем, да. Места есть еще. Расскажите про ваш ресторан. Какой у вас интерьер? Чем примечателен? Почему именно наши телезрители смогли прийти в ваш ресторан? Ну, наш ресторан, я думаю, мы делаем все для создания уюта, комфорта гостям. Я думаю, этим мы выигрываем. И за этим идут к нам люди. Ну, естественно, кухня, естественно, это обслуживание клиентов. И как мы встречаем, я думаю, нравится. Ну, мне посчастливилось однажды быть в вашем ресторане на свадьбе. В принципе, обслуживание очень хорошее. И сам ресторан, он очень светлый, и там шикарный просторно. Интерьер. Да, действительно, у нас просторно. Работал дизайнер Наталья Гринченко. Это тоже у нас в городе не один, ну, как бы не одно здание. Она здесь работала. Она дизайнер Самары. Я думаю, что ее помощь тоже в создании такого интерьера нам помогло. Хорошо, да. Потому что фотосессии проходят, и свадьбы, и юбилеи, и какие-то определенные мероприятия, они должны проводиться именно в хорошем месте, которое... В городе жителям Кереме то, что в чем нравится, дизайн, обслуживание, и у них самая вкусная кухня. Спасибо. Я несколько раз была в ресторане Керемете на свадьбе, вот в прошлом году в корпоративе, Бишарма. Очень вкусная кухня, все хвалят, весь, ну, жители города Уральска, как бы. Я всегда слышу, Керемет, Керемет. Довольно-таки часто проводите мероприятия. Да? Чтобы дальше, да, чтобы кухня была таким же вкусным. Приходите. Мы постараемся всем. Хорошо. А что вы можете предложить для женщин, которые держат диеты, следят за фигурой? Ну, у нас вообще меню разнообразное на выбор любого клиента. Я думаю, кто на диете, я думаю, что-то из рыбных блюд, я думаю, это нужно будет. Ну, естественно, поскольку год козы, что-нибудь из травяных салатов. Овощей. Можно предложить, да, овощных. Выбор большой. Можете прийти, мы вам выберем. Кстати, вот замечательный вопрос. Многие питаются правильно, соблюдают диету. Можно ли подобрать определенное меню? Да. Бывают разные гости, кому-то... Наоборот, нужны более сытные, это зависит от контингента, любого мы банкета мы знаем. Есть люди, которые категорически, много сейчас таких людей, которые категорически вот, не кушают с майонезом, выбирают салаты на каких-то соусах, обязательно в масле, и я думаю, это правильно. У нас большой выбор салатов, блюд, которые, я думаю, понравятся таким клиентам, которые сидят на диете у нас. Хорошо. 2015 год – это год деревянной козы. Расскажите, как встречать Новый год? Да, здравствуйте. 2015 год мы встречаем как год деревянной, сине-зеленой деревянной козы. Это по восточному календарю. Я знаю, что уже ознакомилась с тем, что, как сказали наши гости, многие, я так понимаю, что уже ознакомились, в чем встречать, какой цвет актуален будет. Что кушать уже, многие знают, а что более как-то приемлемо. То есть подытожу это сказанное и что-то добавлю, естественно, новое. Итак, этот год, по сути, мы встречаем его 19 февраля 2015 года. Но традиционно мы его отмечаем досрочно 1 января. Так сложилась традиция, что мы встречаем именно по цифровому календарю. И поэтому... Актуально, конечно, встречать в этих тонах сине-зеленых. Это может быть и глубокие синие тона, это фиолетовые, бирюзовые. Это подходит цвет и желтый. Либо просто бывает такое, что не каждому подойдет этот цвет. Поэтому актуальными будут еще те цвета, которые идут в естественный окрас этого животного. То есть белый, серый и черный. Также еще что благоволит тому, что мы встречаем Новый год не 19 февраля, а 1 января, астрологически и астрономически Венера будет находиться в знаке Козерога, то есть она тоже делает акцент на том, что это будут такие цвета сдержанные, холодных тонов, то есть тем, кто, вот, как я сказала, не приемлет эти цвета, обязательно подойдут строгие классические цвета, тона. Одежда должна быть тоже сдержанной. Это платье в пол, как многие здесь уже
хотят приобрести или приобрели. Это просто приталенный силуэт. Это строгость должна быть, потому что коза, она не любит такого экстравагантного, яркого, открытого. Где-то какая-то должна быть сдержанность, застенчивость в наряде, то есть немножко скромность. Макияж должен тоже нести особенную скромность. Классический стиль, вот скажем вот так, классический макияж, классический маникюр. Это может быть как френч, еще что-то вроде такого легкого. То есть больше подходит естественное. Наш облик соответствует более естественному нашему, ну, как бы сказать, как мы выглядим в повседневной жизни. Естественно, должно быть ухоженными. Ну, естественно, ухоженность. В праздник, я думаю, что все захотят быть ухоженными. Угу. Естественно, что еще вечный такой вопрос, думаю, главный. Чем угостить, как накормить тебя? Да. Что поставить какие на стол? Блюда должны стоять на столе? Уже думаю, что люди, да, начинают думать за меню. Писать себе заранее и с кем встретить. Начну, наверное, с того, что с кем встречать и где встречать. Конечно, да, рестораны – это хорошо, весело, но все-таки год козы. Я думаю, что коза не приемлет шумных увеселительных заведений. Поэтому, если кто-то собирается в ресторан, то пусть они соберутся тесной компанией, в компании уже знакомых друзей, те люди, которые им дороги, которые они давно знают друг друга, могут отправиться, конечно, в ресторан. А так желательно встречать этот год в семье, в кругу близких, в кругу родных. Замечательно будет еще встретить, если есть такая возможность, этот Новый год на даче. То есть, так как это животное сельской местности, деревня, все такое. Если есть родственники в деревне, напроситесь в гости, если сами не позовут. Вот сделаем вот такой вывод. Поэтому актуальными развлечениями станут катание с горки, на санках, ну, что вот все связано с деревенской жизнью. Так, дальше. Очень интересно. По поводу образа дополню еще, да, что актуальными будут прически, кудряшки. Это могут быть любые локоны, это могут быть косички с ленточками заплетенными. То есть мы должны немножко в представлении иметь образ этой веселой овечки, козочки, которые прыгают, скачут где-то в ресторане. И вот такой вот у нее немножко наряд веселый, озорной должен быть где-то. Либо, как я сказала, что Венера в Козероге, она требует немножко элегантности, потому что не каждая женщина может позволить себе кудряшки, ей просто-напросто это не идет. Поэтому строгость, гладко уложенные волосы, это просто тоже будет замечательно в кон этому дню, который будет идти именно 31 декабря. Так, из декора украшений. Тут уже кто-то говорил, что модно будут деревянные заколочки. Кстати, и в подарки можно приобрести что-то из дерева кому-то. Деревянные заколочки, деревянные подставочки. Что-то дарите из дерева. А также можно преподнести подарки, это вязаные вещи любые. Носочки в стиле новогоднего. Кофточки вязаные. Все, что связано с овечьей мехом, скажем, шерстью. Очень интересно. А по поводу дома. Как нужно украшать свой дом? Обязательно, да. Нужно украшать, я думаю, что этот Новый год живой елочкой, так как деревянная коза, дерево должно стоять в доме. Это живая елочка. Цвета, естественно, опять-таки синий, зеленый, голубой будут более актуальными. Это могут быть деревянные защипы для салфеточек актуальны там, либо что-то положить в деревянные блюда, деревянный подносик. Но что-то должно быть из дерева, обязательно стоять у вас. Либо это просто статуэточка овечки из дерева. Обязательно, да, символ овцы, козы должен в доме находиться, либо на елочке, либо на столе. Я бы хотела дополнить. Можно? Конечно. Конечно, прежде чем начинать украшать дом, надо его очистить хорошо от всех застойных энергий, которые скопились за этот 2014 год. И, ну, астролог, может быть, еще что-то добавит, но сейчас как раз период для очистки помещений хороший именно с завтрашнего дня по 21 декабря. Луна будет убывать, и хорошо освобождаться от чего-то ненужного в нашем доме. Это все колотые предметы, все лишние вещи, которые там мы уже не носили, перебрать хорошо шкафы, для того, чтобы энергия новая, радостная зашла в нашу жизнь. Так, по поводу того, что какие дни нужно, да, освобождаться от всего
плохого, негативного. Да. Я вот подобрала нашим телезрителям, чтобы они немножко себе, может быть, кто-то сейчас запишет эти дни. Поэтому могу сразу, например, идти не просто по убыванию, по убиранию грязи, а просто как бы обозначить направление ближайших дней. То есть с 10 по 12 число декабря это будут хорошие дни для посещения салона красоты, парикмахерских. Это будут дни хорошие для покупки подарков, сувениров. И особенно замечательные дни будут для того, чтобы приобрести золотые ювелирные украшения. То есть в эти дни, 10 по 12, можете смело отправляться за покупками. Угу. Далее, с 13 и 14 декабря можно проводить разгрузочные дни. Дни хорошие для того, чтобы именно очистить помещение. Это генеральная уборка проводится. То есть разгрузочные дни и для организма. То есть избавляемся от шлаков, это могут быть какие-то мини-диеты. Кто-то, может быть, просто посидит на водичке или соках. То есть эти дни очищаем не только себя, но и дом. Далее, 18-19, нет, пропустила, с 15 по 17 это тоже хорошие будут дни для косметических процедур. То есть тоже будут актуальными такие процедуры, как маски, обертывания, стрижки. Удачно тоже будут покупки подарков, одежду, косметику, духи и бижутерию. 18-19 это напряженные стрессовые дни. Не рекомендуется никакое посещение салонов красоты, все, что связано с покупками, то есть 18-19 число более такие психологичные, немножко нужно разобраться в себе, освободиться от чего-то ненужного, именно психологически избавиться от обид перед Новым годом, допустим, вот такого плана. Далее, 20-21 тоже можно устроить разгрузочные дни. Как вот Маргарита сказала, да, луна идет на убывание, поэтому вот эти две недели женщинам особенно будут, это последние две недели, когда вы сможете просто легко сбросить с себя вес, разгрузиться до каких-то там своих платьев куда-то, чтобы убрать все лишнее. Поэтому используйте их, больше в этом году таких дней не предвидится. Они будут буквально в течение двух недель, вот начиная с сегодняшнего дня, полнолуние и пошли-пошли, убываем. С убыванием Луны мы начинаем от всего избавляться. Угу. Далее, хорошие дни для борьбы с целлюлитом. Они редко выпадают, что вот на последние дни, и именно когда Луна в Стрельце, то есть все проблемные места, бедра, это очень, так скажем, замечательное время для того, чтобы борьбу с целлюлитом вести на эффект. Наши телезрители. Это будет 20 и 21 числа, 20-21, то есть делаем все процедуры. Перед корпоративами. Перед корпоративами, я говорю, да, вот именно что, да, нужно вот не упустить эти дни. Далее идет у нас уже новолуние, оно состоится 22 декабря с 6:35 утра до 9:25. Это волшебные часы, то есть мы не только в новогоднюю ночь можем загадывать желания, но по-астрологически мы желания должны загадывать каждый месяц, то есть в новолуние. Новолуние, оно может длиться от нескольких часов до суток. То есть чем меньше идет, так скажем, период этого дня, тем эффективнее наши мечты. Мы должны в эти два часа, еще раз повторюсь, 22 декабря, с 6:35 до 9:25 уже заранее сосредоточиться на том, что мы хотим на будущий год. То есть создать свою мечту настолько реально, что вот поверить в нее и что она уже воплотилась. И именно так будет исполняться мечта. То есть, как мы все знаем, мы слышали уже об этом, что наши мысли материальны, и то, что мы думаем уже именно в воплощенном виде, оно реализуется со временем. Поэтому мы сейчас редактируем все свои мысли, потому что перед Новым годом, в новогоднюю ночь, под бой курантов, очень трудно сосредоточиться. Мы начинаем суетиться, кто-то начинает жечь бумажечку, у него не получается, не успевает, и все из головы вылетело, человек не сосредоточился на своем желании. Поэтому мы сейчас пишем, не забываем его, редактируем его со временем в течение этой недели. А в новогоднюю ночь мы уже осознанно, потому что это волшебная ночь, так как много позитива от каждого идет, каждый хочет чего-то, так скажем, достичь, загадать, поэтому она именно наполнена энергетически таким вот подъемом, что
да, возможно, это будет то, что мы загадаем, оно сбывается. Поэтому не нужно жечь бумажечки, ну, у кого-то получается быстро, может. А просто еще такой способ хороший. И довольно-таки интересный, да. Нам очень интересно. Взять виноградинки, 12 виноградинок, и просто их скушать. Успеть за подбой курантов их съесть. Я думаю, что это более как-то, чем жечь, бросать. Новый метод. Еще другой способ есть, просто именно в 12 часов, когда бьют куранты, не чокаться, ставить шампанское, вытянуть ручку и представлять, что энергия Вселенной, божественная энергия, ну, каждый, да, у каждого своя интерпретация. И под каждый бой курантов мы проговариваем желание. Мы должны именно к 31 числу подготовить 12 желаний, самых заветных, самых таких, в которые мы даже, может быть, не верим. Поставить бокал шампанского, не чокаться, не пить там, а именно сосредоточиться, потому что когда бьют куранты 12 часов, тогда порталы открываются, и все желания наши, ну просто они должны исполниться. Это уже проверено не одним годом практика, проверено регулярно. Но мы главное верить в то, да, что исполнится. И что касаемо 22 числа, ну, может быть, вы еще хотели бы сказать, но я дополню. Этот день солнечного солнцестояния, зимнего, да, солнцестояния. Да, да. Этот день, вот представьте, новолуние, и день солнцестояния, день зимнего солнцестояния, да, это самый такой древний, один из древних праздников, тоже в древности он всегда праздновался. И получается, что тоже, но получается, с этого дня начинается зима по-настоящему. Вот. То и есть настоящий тут... Новый год. Целый год как бы не мечтать, а 31 поэтому, да, 22 декабря, 22 очень такой значимый. С 6:35 до 9:25, уважаемые телезрители, обязательно воспользуйтесь этим днем, встаньте 5:30, расслабьтесь, примите ванну, душ, налейте чашечку травяного чая и просто сосредоточьтесь на всем том светлом, что вы хотите получить от жизни. И обязательно свои желания нужно записывать. Записывайте, потому, да, что потому мысли что материальны, и желания нужно нанести на бумагу. Надо, да, добиваться мечту. Нет, девочки, вообще такого понятия у женщин не должно быть — добиваться. Добиваются, да, мужчины цели. Мы должны расслабиться и просто мечтать, плыть, как водичка, по течению. И наши цели, они будут исполняться, и желания материальны. Почему? Потому что мы когда мы напрягаемся, и тогда мы по-мужски чего-то добиваемся, у нас шишки там, какие-то препятствия жизни возникают. А когда мы в расслабленном состоянии, тогда встречаются нужные люди, какие-то подарки приходят вообще неожиданные, да, предложения какие-то, которые ты не ожидал. Главное — расслабиться и не быть привязанным к конечному результату. Когда есть привязка к конечному результату, получается, что мы привязаны к результату, и мы другого ничего не видим в жизни. Не а когда мы не привязаны к результату, а в процессе идем просто к своему желаемому, тогда, может быть, нам Вселенная даст еще какой-то выход, еще лучше. Вот это желание, может быть, оно еще в 10 раз как-то лучше реализуется, даже мы не предполагая как. Главное — быть готовым ко всему к жизни. А я считала, цель надо добиться. Но это по-мужски. Добиваемся. Сейчас, девушки, секундочку, мы прервемся, примем звоночек и вернемся к нашим разговорам. Здравствуйте, говорите. Да, алло, здравствуйте. Ваш вопрос. Да, очень хорошую тему подняли, все, спасибо. Такой вопрос. Именно под Новый год, что приготовить из горячих блюд, из салатов, может, баранина там, что ли, или что? Я сейчас просто скажу вам. Спасибо за ваш вопрос. Астрологически, как бы тут уже... Нам уже подсказку дали, что это актуально. Но, естественно, год козы – это животное, травоядное животное. Поэтому обязательно много зелени. Неважно, что там, ну, да, кто-то любит мясо. Ну, не может без мяса жить. Ну, кстати, неважно, вот, да, баранину готовить баранину нельзя, можно, насколько, да, я знаю. Баранину, вообще конину нельзя. Потому что еще и год конину лошади идет до 19 февраля. Поэтому считается, что конину нельзя. Вот. Значит, но остается рыбное блюдо еще раз. Ничего страшного, я говорю, потому что, ну, кто-то поскольку любит. Ну, я думаю, это на этом жизнь не заканчивается. Плохого от этого никому не станет, если он будет заедать конину баранины. На самом деле, вот рыбные блюда, потом куриные, я думаю, можно. Зелень, овощные салаты, овощные соки, фруктовые соки.
Казань любит очень пьяных людей, поэтому с алкоголем старайтесь немножко, иначе она вас западает. Ну, в любом случае, шампанское, я думаю, никто не отменял на Новый год. Шампанское, да, легкие алкогольные напитки и шампанское, думаю, что этим можно обойтись. Также козочка, думаю, очень любит сыр. Разновидность сыров. Молочные продукты, это могут быть йогурты, десерты из молока, мороженое обязательно можете поставить на новогодний стол. И, естественно, да, сыры в большом количестве. Разных сыров с медом можно поставить на прекрасно тарелочку. Прекрасно можно сочетать. В принципе, можно, мне кажется, что приготовить мясное блюдо и сделать к нему просто овощные салаты. Не мясные, а овощные. Делать акцент на этом. Баранину нельзя, получается, да? Ну почему же, может быть, кто-то любит. Не может жить без баранины. Хорошо, спасибо. Давайте продолжим к нашей интересной теме. Вот Маргарита, она преподает у нас женские практики. Мне посчастливилось однажды быть на ее семинаре. Очень интересно вот слушать про желания, про цели. Расскажите, пожалуйста, вот советы нашим телезрителям по поводу очистки дома, помещения. Что ну, очистки дома, помещения уже как мы озвучили, все понятно. Главное освободиться от всего ненужного. Какие предметы у нас? Может, стакан стоит отколотый, выкиньте его, не держитесь за старые предметы, дайте возможность новой энергии, новой жизни войти в жизнь. Из-за того, что мы привязываемся к прошлому, ничего в жизни не меняется, мы просто остаемся в этих рамках старых, и все. А когда мы освобождаемся от старой энергии, от старых вещей, платье висит год, за год ни разу не одели, смысл его держать в шкафу? Смысл, чтобы нужно оно... убирать, да, старые надо вещи, все, чтобы пришли надо новые. Наши шкафы, все хорошо в кухне, во всей квартире, все перебрать, и старые ненужные вещи все раздать, выкинуть, сжечь, ну уже сами... Каждая женщина сама интуитивно знает, что с этой вещью надо сделать. Вот. И, конечно же, касаемо тела. Уже говорилось про чистки, да? Ну, чистки бывают разные. Я, наверное, сторонник уже таких, может быть, не очень на слух, не очень женщинам это приятно слышать, да? Это хорошо делать клизмы. Да. Клизмы – самая простая чистка. Пока у нас кишечник засорен, у нас ничего нового в голове не будет. И все наши головные боли и проблемы в жизни, она там, как йога утверждает, на 70-80% связана именно с загрязнением нашего кишечника. Есть процедура гидроколонотерапии. Но на крайний случай, если вы уже совсем не приемлете, да, такие жесткие где-то для кого-то меры, хотя это должно быть естественным для каждой женщины, ну хотя бы тогда какие-то чаи детоксикационные, чтобы почистился кишечник, чтобы мы освободились, да. Ну, что еще касается чисток нашего тонкого тела? Хорошо, опять же, как астролог сказал, да, Наталья, избавиться от старых мыслей, от каких-то негативных, от страхов, от обид. Вот все, что произошло в этом году, прям посидеть, осознать. Ну, самая простая, да, наверное, рекомендация будет. Самый простой способ – просто сесть и написать, да, два столбца. В одном столбце написать «простите меня» и перечислить все, что вы вспоминаете. И я прощаю. И в другой столбец тоже пишем, кого вы прощаете, за что вы прощаете. Потому что каждый в жизни человек нашей – это наши учителя. И каждая ситуация – это урок. Поэтому надо просто принимать это как уроки, делать выводы и идти дальше уже обновленными. Вот. Как правильно загадывать желание? Как правильно загадывать желание в настоящем времени, видеть картинку, именно желание, когда оно уже исполняется. Именно в момент. И не просто увидеть, да, я... вижу себя, а где-то там себя не видишь, ты где-то летаешь, надо ребенка с садика забрать, либо там мужу кушать, приготовить, а именно сделайте все дела и сядьте, да, с кружечкой чая, либо кипяточек с лимоном сделайте и подумайте, как бы вы хотели свою жизнь увидеть, уделите именно это время, да, вот 22 числа будет хороший день. Посвятите время именно себе. Именно 2 часа. Да, посвятите себе время, в это время все будут спать. Это очень энергетично. Встанете. И займитесь собой. Куда мысль, да, туда энергия. Чем больше вы в себя будете вкладывать времени, тем больше у вас будет энергии, тем больше возможностей, и денег, всего, что жизнь. Вы хотите, мужчин, все, что хотите, притяните. Главное, чтобы была энергия внутри. Спасибо, Маргарита, очень интересно вас слушать. Наша передача, к сожалению, заканчивается. Давайте от каждого телезрителя, точнее гостя, нашим телезрителям, дадим несколько советов, пожеланий.
Я вам на Новый год желаю всем женщинам города Уральска счастья, много улыбок, добра и здоровья, чтобы мы не болели. Самое главное оставаться всегда красивыми. Да, самое главное оставаться самой красивой. И мы ждем, у нас Академия красоты ждет всегда вас и рада как бы вас видеть. Вашим академиям. А, Гульжамал, можно от вас пожелание? Угу. Ну, я тоже всем вашим телезрителям, жителям города Уральска, желаю в новом году процветания, здоровья, оставить все плохое в старом году и Новый год встретить с новыми силами. И ждем вас в ресторане «Керемет». Спасибо. Замечательно. Наталья, ваши пожелания. Спасибо за приглашение, за то, что мы могли что-то нашим дорогим телезрителям нашим открыть новое. Да, с тем, с кем мы живем рядом, соседям, близким, донести что-то приятное и полезное. Я хочу пожелать, чтобы каждый в любых ситуациях просто оставался на позитивных мыслях, потому что убирая негатив, мы убираем все плохое. Думаю, Маргарита со мной полностью согласна с этим. Поэтому желаю, чтобы мы встречали Новый год в расслабленном виде, да, с очень хорошим настроением, потому что 31 и 1 числа Луна будет в знаке Тельца. Тоже благоволит Спасибо. Тому, что люди должны встречать со своими близкими людьми, родными, в семье. В кругу семьи. Это благоволит тому, что люди ходят в гости, это хороший аппетит у всех в эти дни. Наталья, обязательно спасибо большое, наш эфир закругляется. Рестораны говорят, что будут много кушать, готовьте. Хорошо. Поэтому... Зарина, ваши пожелания, Маргарита? Ну, надеюсь, наши телезрители все усвоили, все это учли. Самое главное, справить Новый год весело. Ну, сами как пожелаете. Замечательно. Маргарита, я хочу пожелать в этом 2014 году, в 2015, в будущем году, чтобы все женщины города Уральска жили в любви и в гармонии. Спасибо большое. С наступающим Новым годом. Наша передача подошла к концу. Благодарю гостей за активное участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в следующих выпусках ток-шоу. От себя хочу добавить, украшайте свой дом заранее, чтобы он блистал, и вы жили в ожидании праздника. Всего вам доброго. Спасибо. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промод» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр».